Приветствую, друзья, на связи Андрей Шариков. И в данном видео я сделаю обзор результатов, полученных с помощью робота TradeRinger на нескольких торговых счетах. Это все реальные центовые счета. Данный счет был открыт 16 февраля 2018 года. Таким образом, на данный момент он работает уже полтора года. И за эти полтора года, с учетом капитализации, была получена суммарная доходность 1598%. На этом счете торговля началась в феврале 2019 года, и на данный момент суммарная прибыль составила 114%. Этот счет действует с 7 февраля этого года, и на данный момент прибыль составила 151%. Этот счет действует с 4 декабря 2018 года, и на данный момент прибыль составила 366%. На этом счете торговля ведется с 1 марта 2019 года, и на данный момент прибыль составила 102%. На этом счете торговля идет с 30 января 2019 года, прибыль составила 141%. На этом счете торговля идет с 22 марта 2019 года, прибыль составила 81%. Этот счет действует с 27 января 2019 года, прибыль составила 102%. Этот счет действует с 28 января, прибыль составила 107%. Этот счет был открыт относительно недавно, 3 июля 2019 года. На данный момент прибыль составила 46%. Этот счет работает с 9 ноября 2018 года. На данный момент прибыль составила 392%. Этот счет действует с 28 января 2019 года. Прибыль составила 105%. Этот счет действует с 9 марта 2019 года. Прибыль составила 61%. На этом счете торговля идет с 8 апреля 2019 года. Прибыль составила 63%. Я свел данные по всем этим счетам в единую таблицу. В первой графе указано название счета. В следующей графе указано начало торговли на данном счете. Какая в итоге получена прибыль в процентах. Дальше указана прибыль в долларах. Правда, на некоторых счетах прибыль в долларах закрыта. И в последней графе указано, сколько месяцев работает данный счет. Если просуммировать имеющиеся данные, получается, что суммарно робот DaVinci на указанных счетах сделал прибыль 3429%. В долларах это 17 095 долларов. А в последней графе мы видим суммарное количество месяцев, в течение которых робот ведет торговлю на данных счетах. Теперь несколько слов о стоимости робота. Существует 4 вида лицензии. Все лицензии действуют 1 год. Лицензия за $250 дает возможность размещать на счете до $2000. Лицензия за $500 дает возможность иметь депозит до $5000. Лицензия за $1000 дает возможность иметь 2 лицензии до $15000. Это значит, что вы можете иметь 2 счета и на каждом по $15000. Лицензия за 2000 дает возможность иметь 2 счета, 2 депозита до $50000 на каждом. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.